я искренне рад, что мы оказались здесь. Это наши приятели, наши друзья. Это Злат, это Артур. И Злат сегодня будет, я не знаю, долго, да, прокачивать голову ребятам. Сегодня от начала до конца попробуем приготовить свой, ну не скажу бленд, но сорт. Да? Соответственно, параллельно делая небольшие паузы на теорию, практику и вообще на все вопросы. Поэтому, ну, ребят, Злат, это Frontier Brewery сегодня. Да? Ну что, мы сварили пиво сегодня. Я думаю, теперь всем наглядно понятно, как это происходит. С дегустацией, думаю, что более-менее вы что-то поняли, потому что, ну, видите сами, что пиво достаточно сложная такая штука. Вот, поэтому я учусь, учитесь вы. Если будут какие-то вопросы, всегда пишите, я во всех соцсетях отвечу. Мы посмотрим еще, может быть, вы приедете еще, мы будем переливать это пиво, бутилировать. То есть, я думаю, там каждый примерно по 15 бутылок сможет разлить и сам их закупорить. Когда вы будете получать дипломы на вечеринке, я привезу вам всем по несколько бутылок вот такого пива, которое вы сами сварили. Спасибо.